что позвали. Вот, Зоя, спасибо большое. Нас не только позвали, но вот еще и довезли, а еще и накормили. И вообще сейчас, а еще сейчас и попить дадут. Так вообще. Вот. Ну, начну, наверное, сегодня я. И начну я с песен Евгения Клячкина, так как-то получилось, что именно в моем репертуаре эти песни занимают особое место, потому что Клячкина очень любил мой папа. Ну, он сейчас его, может быть, любит его песни, да, но просто он уже не поет, а я вот за ним подхватила эту эстафету. Первая песня называется «Сентиментальная песня». Она такая вот... Не стесняйтесь, вот, потому что песни многие будут тут известны звучать. Как непрочны двери страны, доверят я того, кто верит только в замки. Если кто не забыл, выключите телефончики, пожалуйста. Если кто не забыл, соберитесь.